Я, блин, перепутал, я думал, что это на 10-й. Арр. Печалька, короче. Да, блин, у них урон такой огромный, это ненормально. То есть прикол в том, если бы до этого момента я, например, убил бы всех гвардов, то да. А так? Ну, без вариантов вообще. Не, с седом не буду пока пробовать. Блин, как же медленно она убивается. А, за шо? Короче, погнали. Погнали чисто по тотемам. Вот там я вижу Чанка. Вот Чанка я еще призову. Чтобы он мне там ресурсы где-то собирал. Но по сути будем просто тотемы сейчас бегать все лутать. Но для начала мне нужно усиление добыть. О, золото. Кстати, золото прям с первого моба достаточно упало. Прикольно. Смысл огурец его убивать? Он мне ресурсы будет фармить. Ты, походу, вообще не шаришь. Ну, у меня усилений пока что маловато, у меня только вот это, которые крылья, но они вообще не работают, по сути. В нормальном бою, когда у тебя очень мало усилений, показалось. И смысл мне от этой брони. Так, ну ладно, берем Чанка, фармим дерево. Блин, еды нет. С едой конкретные траблы. Так, я вот это тоже еще убью. Смысл мне тратить время на броню, если на 10-й день она все равно мне не поможет. Ну и на 8-й тоже. Лучше наоборот. Кинуться в добывание ресурсов, чтобы быстрее починить корабль. Ой, хорошо. За... Я за вообще за убийство Чанка. Ну, типа, нет смысла просто так его убивать. Я его призову, и сейчас он мне будет ресурсы добывать, и рано или поздно я его убью. Но не сразу. Блин, мало грибов. Смотри, здесь есть абамиум. Цветы заберу. Да ну не наступай ты на меня. Знаете, что только что было? Я типа не мог двигаться, он просто меня зажал... Между сундуками. Ну, между сундуком и собой. Вообще нужно, чтобы ты сюда, други, шел. Так, дерево. Прикольно. Береза, 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 еще береза. Нужно, чтобы он вот это убил мне. Вот такое. Ну, дерево он отлично фармит. Дерево здесь вообще без вопросов. Топ-фармер дерева. Но по ресурсам это плохо. То есть гронком это поудобнее добывать мне.
Он еще и прыгать не хочет почему-то. Ну, такое себе, честно говоря, на геймере. 30 плюс это изи проживается, но там возле 40-го уже начинается дичь. Даже при броне тебя все равно будут ваншотить боссы. Да боже, ну да будь ты этот сраный Обамиум. Вот отсюда. Ой, блин, огурец. Это не считается. Скайбазы это бред. Только для ачивки и сгодятся. Смысл вообще проживать, если, ну, это неинтересно. То есть, если ты просто будешь сидеть в той же скайбазе. Какой в этом смысл, если это неинтересно, если тебе не нужна ачивка? Ну, то есть, если ты, например, сделал ачивку и просто сидишь в скайбазе. Зачем? Зачем? Так, вот это вроде должно добить. Есть сколько? 13. Отлично. Бусинка, иди сюда. Я где-то здесь вроде как видел... Этот, как его? А, вон, нашел. Адамантит. Нужно его вот сюда завести, чтобы он адамантит мне добыл. Смотрите, нормально так яблок насобирал. Так, обычного дерева хватит, березы хватит. Нужно искать, где здесь темный дуб. Давайте. Сейчас он прыгнет вот здесь. Я пойду призову тотем. О, волки, хорошо. Нужно агрить, чтобы он вот здесь прыгал. Волки дурные просто, я вам говорю. Они просто, ну просто меня зажимают. И начинают месить. Да сдохните, животные. А, то есть он просто пробил, да? Понимаю. Прям на камень. Как круто, что у меня нет прыжка нормального. Как круто, что здесь рельеф говно. Ну что-то подгорает немножко. Мало. Еще один надо. Так, вот этот дай мне. Последний адамантит, пожалуйста. Так, все, адамантита хватает. И еще эта штука упала. Хорошо, отлично. Так, камень я заберу. Вот это я тоже заберу. Так, теперь идем в деревушку. Как вариант докупить дерево, либо... Либо не знаю. Вот так сделаем. Вот так. Вот так. Место на карте запомнили. Начнем сразу переплавку вот этих штук всех. Сюда.
Ну, блин, за что? С этими очень долго. Ой, блин. Ну, огурец, ну фигню уже пишешь. Фигню. Блин, не лезь под руку. Больнее, чем три Гронка, просто Марвел не будет. Уже точно не будет. Смотрите, последний там просто застрял. Понимаю. Но вот то, что мне броня дропает, это неплохо, потому что ТП все равно много не будет, а это быстро восстанавливается. Но как вы видите, у меня до сих пор нет ничего хорошего на атаку. Да Биг Чанг, блин, ребята, Биг Чанг самый простой босс, понимаете? Самый простой в игре. Я только рад буду, если у меня будет Биг Чанг на шестой день. Но мне все еще нужно дерево добыть. Все прям, то есть обычный дуб и темный дуб. Так, Абамиума 10 хватает. Дальше железо пойдет. Так, сделаем мы себе шлем для начала. Все равно сидим, занимаемся этой фигней. Иди сюда. Поставим золото сразу. Так, смотрите. Мне нужно искать гварда. Вот одного я вижу, но там, кстати, очень плохое место, чтобы его убивать. Кстати, здесь бесплатные сундуки должны быть. Так, один есть. Два есть, хорошо. Ну, блин, страж, он сложный, если нет ничего рядом. То он прям реально сложный. То есть, если у тебя нет укрытия рядом, то страж, по сути, самый сложный босс. Без шуток. Цветков мало. Не, ну типа, если в чистом поле, то гвард очень сложный. Там еще одна деревня есть. Так где у нас корабль? В смысле, я же взял карту на корабль. А, вижу, вижу, где корабль. Короче, идем в сторону корабля. Ну и, наверное, я попытаюсь убить этого гварда, но, блин. Видите, здесь укрытий только вот дом один, и все. Иди, корова, мешаешь. Ой, что-то глючит. Блин, когда ты бьешь в доме, это бред какой-то. Он сужается и просто зажимает тебя. Ну, наверное, можно попробовать, используя этот домик как укрытие.
Но я побаиваюсь, честно говоря. Да не, я думаю, вот здесь должно сработать. Чисто от дома сыграть. Сейчас посмотрим, сколько он урона дает домику. Блин, на раза три только хватит. А чё он так часто это делает? Не, ребята, мы смываемся. Мы смываемся ближе к кораблю. О-ка, опа, я нашел что-то максимально полезное. Проблема в том, что здесь дуба нет темного. Но ничего, я сейчас его вот сюда заведу, и все будет хорошо. Все, короче. Можно бить. Странно, что критов так много проходит. А, у меня три подковы. Да, давай, огурец, сиди, спи. Так, волки, ну не мешайте мне. Я здесь важными делами занят, а вы прибежали и просто бегаете здесь. Они, кстати, могут меня спокойно толкнуть в этот столб света, и я просто умру. Они такое любят. Странно, что у гварда звук такой, будто бы ты камень бьешь. Но сам он не каменный вообще. То есть это проверялось киркой. Хорошо, это чудо мы убили. Монетки мы забрали. А, смотрите, что я здесь нашел. Конкретно вот здесь у нас есть домик, да, возле которого есть очень важная штука. Здесь есть стол. Кстати, там два сундука, я только один обыскать успел. Короче, здесь вот есть стол, который мне нужен, но еще есть проблемка в том, что у меня цветов-то недостаточно. Короче, погнали, выбросим те ресурсы, которые я могу выбросить. Чтобы место зря не занимали. Привет, поздравляю тебя с монетизацией. Не пропустил ли я... Не. Да это маг, что здесь может интересного быть. Первый заход я прям слился жестко на восьмой день. Ну, как обычно. Так, я хочу вот это убить. Цветы. Так, у меня дерева не так много, камня тоже, кстати, мало. Но бьет в целом персонаж неплохо. За счет того, что у меня три подковы, часто вылетает крит. Кадриналиныч, а здесь у нас копилка. Но копилка очень хорошо помогает. Так, в смысле? А, ясно. Она не обновлялась. У меня нет. Пшеницы тоже не хватает.
мяса тоже не хватает. Ну, короче, пока что я прям мало что могу поставить сюда. Но от некоторого количества дерева я избавился. Так, погнали, погнали обратно вот сюда, где-то в деревушку. Заберем то, что мы наплавили. И, возможно, я что-то попытаюсь докупить. Блин, а я дебил. Я забыл забрать на корабле карту. Для того, чтобы гвардов найти. Вот такие вот дела. Блин, музычка такая топовая. Куда она вообще взялась? Так, это мы заберем. А вот это мы выбросим сюда. Но все равно просто место пока что занимает. И вот это не надо. Береза не надо, по сути. Давайте лучше вот этот выброшу. Ядро тоже здесь оставлю. Гему тоже здесь оставлю. Хорошо, пошли. Пойди цветы переделай. У меня мало цветов пока что. Я потом... Следующий заход, когда буду возвращаться, я тогда цветы заберу. Короче, дерево, ребята. Нам нужно добыть все дерево, которое... которая есть. То есть мне нужна елочка, мне нужен обычный дуб, мне нужен темный дуб, плюс мясо, плюс пшеница. Пшеницы, кстати, много еще надо. Так же, как и цветов. Но копилка должна помочь. Хотя она, скорее всего, не влияет на добычу вот цветов, которые просто растут. Но вот на другие ресурсы она влияет. Капец, я уже не попадаю даже по ресурсам. Так, давайте на всякий случай проверим. Да, все работает. Но чтобы вам не мешало, сразу отключу. Так, пшеница и цветы. Плюс у нас дуб обычный, вот здесь он есть. По гварду. И здесь, кстати, зеленый гвард. Можно попробовать использовать зеленого гварда, чтобы добыть вот этот обычный дуб. То есть он, конечно, ресурсы бьет очень медленно, но мне все равно нужно его убить, это раз. И ядро у меня есть, то есть другие боссы мне нужны. Не нужны, это два. Коров побить еще успеем. Я хочу вот эти, блин, сундучки два открыть, которые бесплатные стоят. И вот тот второй и третий. Прикольно. А потом уже займемся дубом. Кстати, коровы тоже здесь есть. Все, теперь давайте заниматься гвардом. Ну и параллельно дубом тоже. Я бы проверил, но не хочу проверять. Не, я думаю, можно, я прятался. Я уже прятался от гварда за коровой, это работает. Но мне нужно сейчас дуб добыть, поэтому... не буду использовать такой вариант. У него, кстати, мало так хп. Он достаточно-таки неплохо бьет просто вот этим прыжком. То есть он наносит урон дереву, когда прыгает. Знаете, что случилось? Меня мобы только что зажали. 19, хорошо. Отлично, я бы даже сказал. Я вижу там темный дуб. В некотором расстоянии от меня. Побежали темный дуб добывать. Не надейся даже. Во, смотрите, темный дуб. Но он здесь такой один-одинешенек стоит.
Нормально, пол хп. Нужно его подвести ближе вот сюда, к дереву. Ой, пролетел, повезло. Ну, у Гварда очень-таки приличный урон этим скиллом. То есть, по сути, это единственный скилл, которым он реально прям много дамажит за удар. Если не учитывать имбалазер. Но он там типа мало бьет, но много ударов. Ну, комарчик, а чем я, по-твоему, занимаюсь сейчас? Убиваю Гварду. Но параллельно еще дерево добываю. Плюс мне камень нужен. Походу придется еще партию дерева просто докупить в деревне, потому что долго будет это все. Хотя есть еще несколько гвардов. Если возле них есть дуб, то почему нет? Ой, молодец. 20 дуба. 20 дуба это мало. Хотя, ну, тут больше дуба нет. Наверное, стоит его просто уже добить, чтобы не мучился. Какими-то были эмоции, когда пошел маг? Да никакими. Это было очень легко, поэтому какие там эмоции. Нет, там нужно больше, чем 20. Так, мы идем в деревню сейчас. А уже после деревни пойдем дальше гварду убить. Могло. Так у меня, блин, посмотри, у меня три этих. Копилочки три штуки. Так что это такое. Ну, нормальное количество упало. Короче, тратить пока не буду. Потому что, похоже, мне придется докупить у вот этого лесоруба, например, темный дуб. 25. Вот 25 должно хватать. И вот где-то так у нас будет этой штуки. А что здесь у нас железо? 18. Железа, кстати, мало. Ну, кстати, из адамантита можно сделать... ботинки. Во. Так, что дальше? Вот это выбросить. Это, кстати, тоже не надо. Что он покупает? А, у меня места нет. Пятнадцать. Этого тоже мало. А, то есть у него просто железа больше не осталось. Это плохо. Ну, идем красного бить. Идем пока бить красного. Стоп. Кто-то еще может плавиться оставить. Вот золото поставлю плавиться. Так, давайте лучше отойду, пока они там все бьют. Чтобы не сломали. Цветов норм. Цветов хватает. Пшеницы мало. Реально мало. Я подумал, что там два стака, но нет. Один стак всего пшеницы. И прям очень мало будет ее. На чего вы попадаете все? Дурные. Но этого гварда придется в этот же лес вести. Ну и придется эти сундуки тоже пооткрывать. Умирай.
Приятно, конечно, усиление. На хп падают, но мне бы что-то на атаку еще. Ух. Погнали. Мне приятно. Кстати, у меня клавиатура подглючивает. Но довольно странно, что он первым скиллом выбрал прям вот эту штуку сразу. Так, ладно, вот здесь есть коровы, есть деревья. Здесь будем фармить. Бедная корова. Ну, кстати, по уронам? По уронам. По коровам, походу, урон не проходит. Да блин, гоблины, ну не мешайте, пожалуйста, мне. Сколько? 60 монет? Мало. Вот здесь можно, наверное, у этих ребят железо еще докупить. Но на один раз осталось. Иди сюда за мной. Да ну иди за мной, животное. Ну что-то реально долго он бьется. Там дерево было. Немножечко застрял. Как и сейчас. А, не, я не застреваю, у меня клавиатура. Клавиатура говно! Просто не работает клава. Как же это бесит. Главное, новая батарейка там стоит. Я недавно поменял ее, но она все равно глючит. Ух. Ну, я думаю, вы сами видели, типа, я просто стоял на месте, возле меня был портал, ну, вот этот столб, я не мог отойти. Оно не надо мне уже, комарчик. Меня уже хватает. Так я вроде еще никуда не ухожу отсюда. Успею еще все залутать. Ты здесь мелкий откуда взялся? Так, 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 блин, а блин, блин, все нужно. Ну ладно, сойдет. Не прицел, конечно, но сойдет. Да подохни, корова. Блин, ребята, коровы имба. Без шуток. Короче, пошли в деревню, ищем там себе немного железа. И, возможно, рубины. Вот если есть рубины, то я прям все.
все деньги на рубины трачу. Можно с тобой днем поиграть. Аид, на стриме с подписчиками всем можно со мной поиграть. Вот когда будет, без понятия. Блин, нужно отойти от мобов. Короче, я не хочу добывать рубины, вот единственный вариант это закупиться здесь. Но это с утра, потому что если я близко подойду, могут на меня сагриться жители из-за мобов. Но денег должно хватать. Потом желтую пойдем. Может на гварды? Не, сначала закупиться, потом на гварды. Потому что в той деревне, где я был, там нет нужных ресурсов. Такое ощущение, комарчик, будто бы ты смотришь с задержкой. Мне нужны сейчас деньги и просто закупить ресурсы нужны. Чтобы потом на беготню не тратить время. Все равно я сюда уже подошел. Так, короче, смотрите, мне нужно, наверное, вот этого смотреть. Блин, у него нет. Да нет, все хорошо. Здесь не нужны сохранения. Это, кстати, прям конкретно повезло. Золото не надо, вот это тоже уже не надо. Я железо возьму, потому что оно прям очень нужно мне. Ступик я тоже возьму. И вот это мне пригодится. Что у тебя есть? Так, цветы тоже уже есть достаточно. Этого тоже достаточно. Проблема в том, что нет рубина. Может, у этого чела? Есть рубины, хорошо. 15. Не знаю, не факт, что хватит. Так, смотрите, мы бежим. Вот желтого бить, это день. Ну, кстати, там второй босс заспавнится сейчас. Так что, возможно, мне не стоит гварда этим днем, этой ночью убивать. А я лучше пробегусь в деревушку, посмотрю на ресурсы. Потом мы пойдем в домик, чтобы я сделал достаточно ткани. Наделаю веревок. И корабль... Короче, корабль будет почти готов, останутся только гемы. Если это все отнести. Нужно только ресурсы забрать. Ну да, дорогие, но это все равно выгоднее, чем добывать их. 49 железа тоже должно хватать. Это же одиночная игра. Так, я не понял. Они что, все сломали? И все пропало. Серьезно? Вот это плохо, мне железа не хватит. А этот чел уже не продает железо. Блин, это плохо. Это очень плохо. Есть здесь еще чел с киркой? Я не вижу. Короче, мы идем на корабль. Я пока что сброшу все, что есть на корабль. Убьем мы босса, который заспавнится на этот день. Или на эту ночь. Потом продолжим бить гвардов, но уже без использования тотемов. Так, мне нужно вот в тот дом зайти. Или вот тот, который выше. Не, вроде вот этот. Спасибо, Руслан. Ну, блин, я-то не усну. Главное, чтобы зрители не уснули. Так, мы делаем вот это на все. А, камня не хватает, ребята, камня не хватает еще. Но это, наверное, добудется со временем. Но проблемка есть, проблемку нужно решить. Мяса хватает, хорошо. Ну, сейчас как раз и посмотрим.
Наверное, сначала я вот на фиолетовую пойду, потому что я там не был в той стороне. Одиннадцать. 8 дуба не хватает. Это обида. Так, железо 2 нужно еще. Так, здесь нужно 5 веревок. Так, веревки я сделаю, то есть парус у меня будет. Осталось только камни, 2 железа и все, получается, и гварды. Да? А, еще дуба немножечко темного. Но я думаю, это где-то найдется. Не проблема. Капец, вот этот обычный динозаврик живучий. Было бы здесь дерево необходимое, я бы его туда повел, но... О, смотрите, он мне броню не пробивает этим скиллом. Блин, но я подставился второй раз зачем-то. Так, броня, работай. За что я тебе деньги плачу? Обидно, что ресурсы пропали вот там, где мобы уничтожили мои печки. Вот если бы они не пропали, я бы уже доделал корабль. Ну, помимо дуба темного. Так, нужно найти где-то железо. Немножечко, прям чуточку. Так он вроде достаточно быстро бегает, да? Будем понемногу двигаться в сторону гварда следующего. И убивать его. Я, кстати, монетку не забрал, отдай. Так, есть еще покушать здесь? Ничего не везет, все везет. Железо не вижу. Так, покажите мне где-то железо здесь, пожалуйста. Не железо, не железо. Блин, ну еще далеко идти. Смотрите, попал. Жесткий. Кстати, да, камень и железо нужно. Ну, для добычи это, конечно, такой себе босс. Давай, иди сюда. Вот если бы вот этим скиллом он нормально ресурсы фармил, было бы неплохо. Вроде правильно двигаюсь. Мне нравится вот этот его скилл, что он очень далеко прыгает. Не нужно его ждать особо. Я не понимаю, что за подстава с железом. Че его нигде нет? Так, почти дошли. Может, в сундуках найдется? Но там только один сундук. Ну да. Ну говорю же, если бы мобы не убили тогда,
Было бы все круто. Смотрите, вот там есть темный дуб. Он мне как раз нужен сейчас. Скорее всего, я вот этого добиваю. Парни. Лопа. Темный дуб с него дропнул. Отлично. То есть осталось железо и гварды. Я вижу железо. Я вижу гварда. Я возьму этого гварда и добуду это железо. Вот такой план у меня. Дуба уже хватает, всего остального тоже хватает. Камня нужно больше немножко, но это тоже добудется еще в процессе. Так, еда, еда. Что такое еда? Вот, вот здесь. Да нет, коровы я поставил. У меня осталось только железо и гварды. Дуб я тоже уже добыл. Его просто нужно вот сюда подвести, когда он будет прыгать этим скиллом, он будет цеплять железо. Вот, видите? Все, железо есть. Теперь главное его добить. Не, веревки я сделаю, у меня ресурсов хватает. По ресурсам все норм, комарчик. По ресурсам все круто. Остались только гемы. Ну и крафт, конечно, но это такое уже. Крафт можно в любом случае сделать. Блин, вот этот дуб подставил меня. С волками сейчас будет сложновато. Надеюсь, они поумирают. Мобов еще прям много. Мешает. Да, я это все заделаю, ребята. Не отвлекайте на такие глупости. Дерева у меня полно. Если не будет хватать, я просто его добуду камнем уже. У меня вроде и есть вампиризм, но он что-то не хочет работать нормально. Ну, долго бьется он. Ничего не скажешь. Явно мне усиления не хватает еще. Но теперь я не могу открывать сундуки. Ой, не эти, не сундуки, тотемы не могу открывать. Из-за чего мне будет сложно добыть денег. Но я думаю открыть, наверное, стоит один легендарный сундучок. На всякий случай, может хоть что-то полезное упадет. Большинство усилений легендарных, они на урон. Мне как раз это и надо. ХП вроде тоже количество уже приличное насобиралось.
Вот этот голем просто бесит уже. Так, хорошо. Главное не трогать, ребята, вот это говно. Почему трындец? Он один будет, их не три будет из этого тотема. Это если я вот такой обычный тотем призову, то будет капец. А до боссов еще два дня у меня есть. Он легендарный. А, ты об этом? Ну, типа, пока я дойду, настанет день. Наступит. Мне, блин, еще смотри, сколько идти с моей-то скоростью. Я же не летаю по карте. Да, кстати, золото не надо, рубины не надо. Береза, по сути, тоже не надо, но пусть пока будет... Пытаюсь заметить какие-то бесплатные сундуки, но что-то их нет здесь. Ну блин, главное вот сейчас не запороть, когда мне остался буквально один гвард. Игра может подсунуть какую-то какашку. Кстати, у меня пока что по идее не очень хорошо, поэтому я буду вот сюда через деревню проходить и попытаюсь там закупиться. Так что пока что я на сундуки тоже деньги тратить не буду. Аид, понимаешь? Такая ачивка, пройти игру только камнем. Это не я себе что-то придумал и вот решил так играть. Такая ачивка в игре есть, пройти только камнем. Поэтому нельзя вообще ничего больше использовать. Короче, пока ночь, давайте я, наверное, в деревню сбегаю. Здесь еще одна есть. Рядом. Ой, микрофон, прости. Куплю себе еды на будущее. Потому что мне прям много еды нужно. Потому что мне кажется, что битва с этим Бобом будет прям длинная, очень длинная. Урона у меня нет. Прыжка, конечно, у меня два есть. А, нет, хватает. Прыжков вроде как... Прыжков хватает. То есть я могу допрыгнуть, если захочу на шею босса. Так, ладно, давайте их убивать. Ну, либо пытаться убивать, потому что прям убивать не особо получается. Свет отрубили. О, соболезную. Я тебя понимаю. У меня такое каждый день. Ну, не каждый, конечно, день прям. Но очень часто. Почему так много огненных наспавнилось? Молнии огненные, это прям бред. И они как-то стали очень сильно попадать. Раньше такого не было. Раньше они типа куда-нибудь стреляли и все. А сейчас, что не выстрел, то попадание. Снаряды летят побыстрее даже, походу. Нет. Камнем выполняется на любой сложности. Там на нормал это уже другой. Другая ачивка. Блин, вот если бы не нужно было гварды убивать, то вообще нафиг этих мобов. Просто побежал бы я на корабль. Это, короче, фиаско, потому что я не успеваю до 10 дня убить гварда. На 10 день спавнится вроде как два босса или 11.
Ну, типа, убить-то я их убью, но времени много идет. Очень. Вот если мне дропнет, например, где-то сейчас прицел, то, возможно, будет норм. Кстати, молния вообще не помогает. Урон минимальный вообще у нее пролетает. А чё это мы так резко атакуем? Капец, мудло. Просто дважды в харю зарядило мне. Кого работает? Да, работает. Нам нужно всем быть. Всем камнями только играть. А зная игроков, это будет просто бред, потому что тебе придется все время кого-то возрождать. Короче, в одиночку это проще взять. Так, блин, где еду он здесь? То есть я зря сюда шел, да? Еду вы не продаете никому. Ну ладно. Зайду в другую деревню тогда. Ну, короче, просто... Не знаю. Сейчас будет мясо абсолютное. Я не знаю, как это выжить, как это вообще затащить. Но мне придется это сделать, потому что буду я тянуть больше времени, мне будет становиться только хуже. То есть сейчас ночь, но я целый день бил мобов. То не засчитает. А я, похоже, скоро эту попытку заруиню. Он мне обычным ударом пол хп сносит. Неплохо. Так что, походу, вот этот столб меня ваншотить уже будет. $43 даже сундучок стоит. Вот я вообще не вижу, чтобы эти молнии нормальную атаку давали. Блин, слишком высоко прыгаю, смысла нет. Удар пропускаю. Может, из-за наличия босса будет поменьше мобов ночью? Хотя вряд ли. Блин, может подойдешь сюда ближе, чтобы я не бегал столько каждый раз? Ну смотрите, половина хп, а вот сейчас начинается ночь. То есть сейчас будет очень много мобов, мне будут очень больно бить в лицо. Но при этом мне нужно будет как-то убить босса. Нормально, продержится. Ну, у них есть ограничение по высоте у этих штук. Но вроде как мне пока не хватает высоты прыжка, чтобы я смог это провернуть. Да ты задолбал меня уже. Чё он так часто это использует? Ага, еще и дракончик. Так, мне нужно отойти. Потому что здесь все деревья уже побиты. Ну, волки меня вот зажали только что. Я чуть не умер из-за этого. Хорошее дерево. Пока есть возможность, нужно избавиться от волков. Ой, блин. Нет, все плохо.
Если бы не волк с Анной, который, блин, все время меня поджимает сзади. Да, блин, волки, прекратите, пожалуйста, спавниться уже, наконец. Выдержит. Хорошо, выдержит. Фух. Сложно. Не накаркайте, главное. Вот этот синий мудозвон мешает очень сильно. Есть. На дракончик вообще плевать, они типа мне не особо враги. Побежали вот в эту сторону. Проблема вот в чем, ребята. Мне нужно успеть переплавить два железа, но это вроде как быстро. Еще мне нужно зайти в деревню и купить там еды много. Сколько? 150? Один могу только взять, к сожалению. Так, и там у меня была наковальня, но она вроде как умерла, да? Так, мы сделаем вот так, смотрите. Да мне даже ее не обязательно переживать, комарчик. Мне просто нужно отплыть, да и все. Вот что мы сделаем. Это пока плавится, пока я ищу еду. Еда здесь точно была, я помню, здесь торговцы едой. Есть. Так, все в еду. Блин, сейчас будет забавно, если пшеницы теперь не хватит. Так, гему я забрал, забрал. Обе забрал. Да пусть себе летит, нет времени отвлекаться. Зачем мне цветы, не понимаю. Да, все, все пока что работает. Проблема в том, что может камня не хватить. Но вроде должно хватить. А можешь последнее название мелодии последних назвать или написать. После игры я плюс-минус скажу. Не, хотя здесь же пауза есть в игре. А, сейчас играет... Сейчас играет. Вот это сейчас играет. А, блин, вот что играло до этого?
это название песни, название группы то же самое. Ну, короче, все последние это вот эта группа. Вот все прям последние это песни этой группы. Так, погнали. А не, все уже, да? Зря слезал. Ну чё, Ребзи, начинается мясо? Или не начинается? Мне что-то ударило. Ну, босс, вроде как, я с ним довольно-таки знаком. Плюс у меня есть 3 прыжка. Я смогу на него запрыгивать спокойно. Блин, не тряси так. 8,5 хп. Нормально. Приемлемо. О, прикиньте, уже садится, не? Мне показалось. Ну блин, ребята, это очень долго будет. То есть мне придется как минимум несколько дней его бить. 8,5 к. Все, походу, улетать будет сейчас. Ну, за один приход сколько? 1200. Может быть. Ого, они так быстро летают. Почему так быстро? Я не успеваю увернуться. Двести нормально. За 7 раз как раз можно убить. Ого, видали, типа, как он вывернул голову? Я такого еще не видел. Ну, тут просто есть некоторые фишки, которые очень сильно упрощают убийство. Ну, смотрите, в этот раз тоже 1200 получается. Да. За один раз я ему 1200 даю. Так, привет, братишка. Ну нормально, он мне даже броню не успевает снять этим скиллом.
Я типа молчу уже, потому что, блин, максимальная концентрация. Видали? Дважды попал этим скиллом. Можно будет запилить небольшой видосик нарезку, как я прошел за... Ну, если я пройду, конечно, еще. Короче, если пройду, можно будет маленький видосик сделать. С интересными моментами. Если они здесь были. Ну, либо с, просто с ключевыми, чтобы было понятно, что нужно делать. Прицела нет, да, прицела нет. Ну и в целом и так нормально. Он дважды этот скилл заюзал. Это непривычно. Трижды. Чел, ты дурной? Он четыре раза подряд один и тот же скилл заюзал, чтобы вы понимали. Ну, типа, я справляюсь в плане наносить ему урон и выживать. А большего мне и не надо. Походу, если где-то сбоку под ним сидеть, он бесится и начинает просто бить лапками по кораблю. Ну да. Но так-то еще один день только прошел. Поэтому тоже норм. Уклонение. Блин, я перепрыгнул немножечко. Ну смотрите, он просто спамит эту атаку, я не понимаю почему. Раньше он этого не делал. Но это на самом деле конкретно мешает, потому что я не могу его бить, пока он так двигается. Блин, здесь рядом. Короче, он странно очень себя ведет уже. Блин, а я знал, что он туда падает, но не смог вернуться. Блин. Да это странный рандом. Почему он все, что делает, это просто бьет корабль лапками? И, ну, типа вот это движение, когда он пролетает весь корабль. Я бы не сказал, что он страшнее стал. Он бесится. Вот это неприятно. Сид точно не влияет. Сид — это только карта. Он только влияет на то, как построена карта и все. Ой, чё это так больно было? Видали, сколько он мне хп дамажнул? Я только что видел, у него 2 хп. Да, много. Нужно быть аккуратно с этим. Ой, я застрял. Но по факту еще 2 захода, я должен его добить. О, это прям тоже много было. На всякий случай сожру это.
Очень много. Очень много, ребята, дамага было. Без понятия, как он попал, но он как-то попал. Он, короче, он эволюционирует. Он становится умнее. Ну, очень больно в этот раз я получил. Ну, один еще заход, но, блин, это было страшно. Это было страшно. Он сбил мне 170 хп, даже немножечко больше, почти под 200. Я успел испугаться. Не, на самом деле, тогда я просто сам подставился уже второй раз. Но первый раз он мне много дал. Когда у меня 40 хп осталось, это, типа, я сам уже подставился. Ну вот, если бы он не бил лапками, мне бы не пришлось с него прыгать все время. Ну, ребята, я еще не умер. Ну, пока что. Блин, я надеялся, что он будет садиться уже. О, все, садится. Так, это не попадет. Это попало! Ой, блин, это было опасно. Есть! Достижение получено, Кейман. Ребята, достижение получено. Но, блин, это в конце было прям максимально опасно, когда он просто развернул голову и просто столько мне вдамажил. Плюс еще сверху накинул метеоритом. Ой, страшно. Короче, очень страшно. Ну, ачивка получена. Вам не показало, конечно, но ачивка получена. Ух. Ну чё, ребята. Ушла целая эпоха. А я столько стримов мог сделать, как прохожу камнем игру. Но, к сожалению, на третий стрим я уже ее прошел камнем. Фух. Ну, блин, он, короче... У меня реально такое ощущение, что он эволюционирует. Покажи ачивку в меню. Давайте посмотрим на ачивку в меню. Achievements. Ну, у меня вот почему-то все белые, но вот это, видите? Вот. Кейман. Beat the game using only a rock as your weapon tool. This goes for all players. Типа, пройдите игру, используя только камень, как ваше оружие, либо приспособление. Работает для всех игроков. То есть, чтобы вместе с другими игроками получить эту ачивку, все должны быть с камнем. Фу. Ну, блин, так-то 2 часа 22 минуты. Еще можно чем-то заняться, наверное. Так, ребята, сбрасывайте в чат какие-то прикольные седы. Но желательно не те, которые вы увидели где-то в видосах, а просто где-то узнали. То есть отдельно от Ютуба, чтобы, если что, я мог потом использовать материал. Ну, блин, ребята, это лайкос и подписка. Я прошел ее все-таки.